Здравствуйте, дорогие мои зрители! Сегодня хочу вам показать, как вяжется шапочка с узором теневые косы. Предварительно я набрала 130 петель, так как пряжа тоненькая, вяжу спицами 2,5 и набрала резинку, провязала резинку уже 1 через 1, 1 лицевая, 1 изнаночная, 10 рядов. И дальше я вязала 10 рядов лицевыми петлями. Сейчас покажу, как делается узор теневые косы. У меня есть дополнительный крючок, или может кто-то использует спицы. 5 петель я снимаю на дополнительную спицу или крючок. Оставляю это впереди ряда. Дальше провязываю 5 лицевых петель. Раз, два, 3, 4, 5. Провязала. Теперь возвращаю 5 петель с дополнительной спицы на спицу. Здесь получился крестик. И теперь эти петли провязываю лицевой вязкой. Раз, два, три, четыре, пять. Провязала. Следующие 5 петель я снимаю опять на дополнительную спицу. Оставляю перед вязкой и провязываю задние 5 петель. Теперь с дополнительной спицы возвращаю на место спицы, петли, вернее, простите. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И опять же провязываю их лицевыми петлями. Так я делаю до конца ряда. Дальше мы вяжем 10 рядов просто лицевыми петлями. О том, как вязать лицевые петли, у меня есть отдельное видео. Пожалуйста, переходите по ссылке к нему. Провязав 10 рядов, мы теперь делаем наш рисунок дальше. От начала ряда мы провязали 5 лицевых петель, затем сняли на дополнительную спицу 5 петель и оставили их позади, провязали передний ряд и так дальше. То есть сейчас я вам покажу.
как это мы сделали, 5 петель снимаем на дополнительную спицу, оставляем их позади ряда и теперь провязываем 5 лицевых петель. Раз, два, три, четыре, пять. Возвращаемся к нашей дополнительной спице. Теперь с нее мы переносим 5 петель на эту спицу. И теперь с этой спицы провязываем 5 лицевых петель. И наш рисуночек, вы видите, да, что он немножко смещается, потому что мы отступили здесь 5 петель. Так провязываем до конца ряда. То есть опять берем 5 петель на дополнительную спицу, оставляем позади ряда. И провязываем 5 лицевых петель. Возвращаемся к дополнительной спице. Снимаем с нее 5 петель. И теперь провязываем лицевые петли. Это мы делаем до конца ряда. И вот мы довязали с вами почти до конца. И здесь остались у нас 10 петель. Из них нужно 5 петель перенести на дополнительную спицу, а 5 петель у нас из нового ряда. Но мы, несмотря на то, что 5 петель мы же сдвигали этот ряд, мы этот ряд довяжем, потому что, чтобы сдвиг нашего рисунка был именно таким. Поэтому переносим 5 петель на дополнительную спицу, оставляем спицу позади ряда провязываем 5 лицевых петель, возвращаем 5 петель на место и провязываем их опять лицевыми петлями. И у нас получилась серединка на стыке вот этого рисунка. Дальше мы провязываем 10 рядов лицевыми петлями. Провязав 10 рядов, мы повторяем прежний рисунок, который мы делали в самом начале. То есть 5 петель мы снимаем на дополнительную спицу.
оставляем ее впереди нашего ряда, а за рядом провязываем 5 лицевых петель. Затем возвращаем 5 петель на спицу. И провязываем снова лицевыми петлями. Заново 5 лицевых петель снимаем на дополнительную спицу. Оставляем впереди ряда и провязываем 5 лицевых петель. Возвращаем 5 на спицу. И провязываем лицевыми петлями. Так мы делаем до конца ряда.